серая цапля. Цапли обитают повсеместно за исключением приполярных зон и Антарктиды. Эти уникальные птицы приспособлены к разным условиям жизни. Серая цапля ведет околоводный образ жизни. Обитать цапли предпочитают на мелководье пресных водоемов, на болотах, реках и озерах, а также на влажных лугах и тростниковых зарослях. Селятся цапли сравнительно небольшими группами, колониями, причем птицы не сбиваются в плотные стаи. В местах, где пищи мало, цапли располагаются на удаленном расстоянии друг от друга. Хотя цапли ведут околоводный образ жизни, они не умеют нырять и плавать. Все водоплавающие птицы имеют копчиковую железу, благодаря которой выделяется жир, не позволяющий оперению птицы намокать. У цапли же таковой не имеется, а потому ее перья от намокания не защищены. Тем не менее, уникальные перья цапли не намокают, потому что ее пух, отрастая до определенной длины, крошится и превращается в порошок. Этот порошок покрывает все перья птицы равномерным слоем и предохраняет их от намокания. Основным источником питания серой цапли является рыба. Питается околоводной и водной живностью, такой как лягушки, змеи, насекомые, тритоны, головастики, рыбы, моллюски, мальки и ракообразные. Кроме того, она может съесть чужих птенцов, небольших грызунов или напасть на маленького зайца или кролика, а могут воровать пищу у других животных.